А перед началом ролика хочу посоветовать вам очень классный начинающий канал Антон Вилла. Он снимает GTA CRMP, а именно Amazon Roleplay первый сир. Он крутит рулетку на бешеные суммы, снимает полезный и познавательный контент. Также проводит стримы, где он также крутит рулетку на хорошие суммы денег. Ссылка на его канал будет в описании. Я всем советую. Также, как только на его канале наберется 500 подписчиков, он между своими подписчиками разыграет 2000 рублей. Поэтому обязательно подписывайтесь, сам подписан, смотрю его. Ссылка, повторюсь, в описании. Всем приятного просмотра. Всем привет, с вами Кирилл, и вы на канале Кирилл Ги. Мы сегодня мы играем в криминалочку на сером Amazing Roleplay. Первый сер, мне здесь Кирилл Путбуль. Не забывайте вводить паник в регистрации. И также не забывайте вводить мой промокод. Пишите вместе капсом Кирилл Гейм. И как только вы прокачаетесь до 5-го, вы получите 50 тысяч. Как только вы прокачаетесь до 50-го, вы получите 100 тысяч. То есть в общей сумме вы получите 150 тысяч. Мой промокод можно вводить на любом сервере Amazing Roleplay. Кстати, его уже ввело почти 900 человек, за что вам очень большое спасибо. Давайте попробуем до конца этого месяца, то есть до Нового года, чтобы было 1000 использованных промокодов. Я вам тоже буду очень благодарен. И также не забывайте подписываться на канал, чтобы мы тоже до Нового года набрали 14 тысяч. Ну что ж, чуваки, как вы знаете, есть такая тема, как рыбалка на Амазинге. Я уже снимал про нее не одно видео, и думаю, все понимают, о чем я говорю. Так вот, я решил провести обратный эксперимент. Я рыбачил всю ночь, то есть, получается, с пятницы на субботу я рыбачил. С 2 часов ночи до 7 утра я ловил рыбу. И словил я, получается, 700 килограмм. 700 килограмм я словил, и 300 килограмм я взял в особняке, в шкафе, в принципе. И сегодня я хочу проверить, сколько же выйдет денег из 1000 килограмм. Сейчас я пойду на рынок, у меня в каждой машине есть несколько килограмм рыбы. В Audi, по-моему, 300 килограмм, потом в Монстре еще 300 килограмм, и получается в Мерседесе 400 килограмм лежит. Я хочу продать эту рыбу, посмотреть, сколько будет денег. С вас, пацаны, без лайки, потому что я, блин, не спал, мой график просто сна поменялся из-за того, что я рыбачил ночью, потому что ночью я обычно сплю. Нихуя себе! А в этот раз я решил чисто для видоса нарыбачить рыбу. Ну, типа, словить много рыбы и так далее. Да, ее можно купить, но это было бы не так интересно. Все, давайте я буду разгружать теперь рыбу и посмотрим, сколько за 100 килограмм дадут. Сейчас цена за рыбу, по-моему, самая максимальная, это получается 350 рублей. Да, это самая максимальная цена за рыбу, за 1 килограмм. Поэтому сейчас застаем рыбку, все. Т-меню, рыба, взять 100 килограмм. Отлично. И теперь будем ее продавать. Продать рыбу 100 килограмм. 35 тысяч за 100 килограмм, пацаны. Сейчас посмотрим, сколько мы всего заработаем. 35 тысяч довольно-таки неплохо, да? 100 килограмм. Ну да, в принципе, это считаешь же, по 1 килограмму 350 умножить на 100, это 35 тысяч. Все, в принципе, верно. Блин, это очень круто. Походу, кто-то сегодня бабосики заработает. Не зря я рыбачил, походу, да? Так, взять рыбу, 100 килограмм, обратно продаем. 1000 килограмм, пацаны, рыба, понимаете? 1000 килограмм. Вот давайте я вам покажу фиш, например, и информацию. У меня уже 5-й скилл рыбака. Я поймал за все время уже 1075 килограмм рыбы. Ну, пацаны, блин, это было жестко. Я ночью, блин, рыбачил. И просто я уже так жестко там тупил и так далее. Но я это не снимал, потому что, ну, зачем снимать, как я буду ловить 1000 килограмм рыбы. Я думаю, вы и так понимаете, что я это делал. Все, теперь берем следующую машину. Итак, вот следующая машина, это у нас монстр, мне лежит вроде бы как 300 килограмм, тоже, да, 300 килограмм взять, 100 килограмм, отлично. Где-то у меня, чтобы словить 600 килограмм, ушло где-то 3 часа, я точно не помню, ну где-то так ушло, потому что я там отвлекался, отходил и так далее. Так, продать рыбу 100 килограмм. Каждый ПДС, что, пацаны, цена за рыбу меняется. Это я сейчас так трял, что за 1 килограмм 350 рублей, а так может быть там 300 рублей, 250, поэтому имейте это в виду. Я просто увидел, что рыба здесь... по 350, думаю, как раз видосик запишу. Поэтому вот такие вот дела. Я мог бы и купить эту рыбу. О, уважение плюс, пацаны. Рыба дает уважение. На самом деле, блин, вот эта рыба, это реально золотая жила. И мне очень нравится рыбачить, на самом деле. Реально просто по кайфу, просто, блядь, не всегда есть время порыбачить. Потому что нужно и видосы монтировать, и снимать. Ну, короче, вы поняли. Минуточку внимания, хочу посмотреть бизнес нашей семьи. Наш бизнес — это спортзал в городе Арзамас. Находится он недалеко от банка Арзамаса и недалеко от перекрестка. Также его можно найти легко в GPS. Пишите GPS, 6 раздел и 21 бизнес. Вот, Титан Кирилл Гейм. И сюда приезжаете, тренируйтесь. Что здесь можно изучить? Здесь можно изучить все стили боя. Спарта, кунг-фу, кикбоксинг и удар с локтя. Если вы выучите все стили боя, вы сможете легко давать пилюлей другим игрокам. Но самое лучшее из них — это кикбокс.
обычных, либо удар с ног. В нашем спортзале отличные ринги и можно драться на деньги. Также есть много тренажеров. Обязательно приходите именно в наш спортзал, вход, конечно же, бесплатный. Ну что ж, последняя, так сказать, партия, пацаны, рыбы. Кстати, в этом Мерседесе самый большой багажник. Посмотрите, какая у него вместительность. 450 килограмм. В остальных по 300, а здесь 450. Для рыбалки Мерседес идеально подходит просто. Так, продать рыбу 100 килограмм. Блин, по 35 тысяч так капает вообще по кайфу, на самом деле. Просто изи баб. Да, я потратил много времени. Ну, как много, 3 часа где-то потратил на эту рыбу. Но все же, оно того, мне кажется, стоит. Как бы я специально, пацаны, ночью ловил рыбу, не спал. Хотел для вас записать видос именно про то, как я продам 1000 килограмм рыбы. Я думаю, это очень круто. Сейчас мы продадим всю рыбу и посчитаем, сколько же я заработал. У нас получается 400 тысяч. Но, понимаете, у меня было на руках 50 тысяч. То есть, мы заработали 350 тысяч, пацаны. 350 тысяч на рыбке подняли просто. Oh my. Реально, это изи бабочки, пацаны. Реально, золотая жилова. Всем советую просто рыбачить, потому что это реально тема. Так, это у нас тут зашел. Так, если что, это пацанчик с Край Медиа. Александр, привет тебе. Если что, у него тоже РС-ка. АРС 36. Кстати, мне говорили, поставить такой номер. Видите, пацаны, этот номер занят. Поэтому вот такие вот дела. Так, давайте ему смайлик напишем. Бурсач Топ. Да, Бурсач Топ, кстати, тоже Бурсач хороший ютубер. Я поехал, короче, будем заканчивать, так сказать. Пацаны, 350 тысяч поднять на рыбе. 1000 килограмм просто. Я реально, блин, понимаю, что это выгодно. 1000 килограмм можно заработать. Ну, точнее, не заработать, а словить. Ну, за 4 часа, я думаю, можно вполне. Поэтому, пацаны, это выгодная тема просто. Вы рыбачите, вы еще, конечно, свой скилл. И, кстати, хочу заметить, что я с улучшением ловил рыбу, поэтому мне было много проще, чем обычному там новичку, рыбаку без улучшения, потому что мне больше рыбы падало и, блин, и так далее. Короче, поэтому покупать улучшение, я, блять, команду постоянно забываю, апгрейды или апгрейда. Короче, там какая-то команда, блять, я не помню. Я постоянно забываю, блин, поэтому извиняйте. Все, пацаны, всем спасибо за просмотр, обязательно ставьте лайки. Еще осталось чуть-чуть, я куплю себе, пацаны, получается, нитросик на Audi RS7, ой, 7, 6, блять, вот это малышка. На нее куплю нитро как раз и куплю антирадар, и будет все заебись. Ну а вам я желаю хорошего улова, ловите рыбу, это очень классно. Я буду также продолжать ее ловить и потом продавать. Все, всем спасибо за просмотр, обязательно вводите мой промокод, вводите мой ник, играйте вместе со мной первым. Также вступайте в мою семью, всем пока-пока.